А начинали игру на скамейке, как она смотрелась со стороны? Первый тайм. Ну, хорошая игра была, много борьбы, хорошая дорога. Но, наверное, преимущество на первом тайме ЦСКА чуть больше нет. Как играть, когда понимаешь, что буквально один гол, на этом все закончится, прям гарантированно. Кто забьет, тот и победит. Насколько на поле чувствуется этот нерв, эта напряженность, что ошибаться вообще нельзя? Я думаю, все понимают. Не первый раз играем с этой командой, не первый раз с ЦСКА играем. Мы понимаем, что это дерби, большая ответственность. Поэтому все были готовы к этому. Когда после Шальки не получалось, в чемпионате не получалось, какими мыслями выходили на этот поединок и насколько принципиально важно было вот сегодня именно победить? И что было внутри, когда вы шли, понимая, что ЦСКА на ходу обыграл Реал, а у вас совсем ничего не клеится? Мы понимали, что сегодня могли все перевернуть и чуть-чуть изменить свои отношения и, наверное, добавить позитива в свои же эмоции, потому что сейчас кто-то из сборной, кто-то отдыхает, и в преддверии этих выходных поднялись настроение, и надеюсь, что болельщикам тоже. Сегодня в трансляции часто показывали Юрия Семина, и казалось, что он там разнесет вообще все вокруг, что он аж дымился. Вы были рядом, расскажите, что там происходило. Его не всегда показывали, но каждый раз, когда показывали, хотелось его потушить. Надо, наверное, отдельную камеру поставить, потому что он всегда такой эмоциональный и требовательный, поэтому ничего нового я не увидел. У него было очень много вопросов по поводу судейства сегодня, в частности, по удалению Эдера. Обсуждалось это как-то? Вы видели эти эпизоды? У него буквально там за 5 минут 2 желтых и на выход. В этот момент я разминался, поэтому не видел, но думаю, сейчас мы заработали 3 очка и обсуждать судейство смысла нет. И у Локомотива в этом сезоне больше всего красных карточек. 4. Чем это можно объяснить? У меня была. Так точно. Спасибо. Ну, не знаю, наверное, желание бороться и побеждать. Спасибо большое.